о введении в храм Пресвятой Богородицы мы не найдем ни слова ни в Евангелии, ни в посланиях святых апостолов. Это событие известно нам из апокрифов, но оно вошло не только в наше предание, но и в богослужение. В священном предании говорится о родителях Пресвятой Богородицы Иоакиме и Анне. Они были людьми святыми. На каждом богослужении мы поминаем сейчас их имена, называем их богоотцами. Но тогда детей у них не было. Они терпели поношение от людей, потому что в ветхозаветном мире считалось, что если у семьи нет ребенка, то наказание Божие. Никогда в этой семье не родится Спаситель. И вдруг в старости, когда нет уже никакой надежды, преодолевая все законы природы, человеческое неверие, у них рождается чадо, девочка Мария, которую они посвящают Богу. Они привели ее на воспитание в Иерусалимский храм. И она сама, как повествует об этом предание, поднялась по высоким ступеням, где ее встретил первосвященник. Иоаким и Анна сумели довериться Богу, несмотря на все естественные препятствия, которые не давали им поверить, что такое вообще возможно, несмотря на видимый, такой понятный, предсказуемый материальный мир, в котором не бывает, не может такого быть, что под престарелых родителей произошел сам Господь. Но с Богом возможно все. Ничто в этом мире не дает нам возможности проверить Евангелие житейским способом, законы Божии иного порядка, чем законы нашего мира. И когда мы доверяемся Слову Божию, мы даем Христу место для рождения, даем Ему родиться в нас. Такие дела.